Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня автомобиль Chevrolet Trailblazer 2007 года выпуска, двигатель 4.2 бензин, полный привод, автомат. Пробег на автомобиле порядка 180 тысяч километров. На сегодняшний день на автомобиле нужно заменить передние тормозные колодки и тормозные диски. Также посмотреть, что там произошло. Возможно, выскочила колодка, потому что педаль тормоза провалилась. И работает лампочка сигнализации ручного тормоза. Также она как уровень тормозной жидкости. И пишет по бортовому компьютеру сервис тормозной системы. Поднимаю автомобиль, снимаю оба передних колеса. Снял левое колесо, а здесь все не очень хорошо. Здесь помимо того, что выскочила колодка внутренняя, по износу тормозного диска, вы видите, внутренняя сторона вообще тонкая относительно наружной. И выскочил поршенек, тормозная жидкость вытекла. Сейчас я сниму суппорт, посмотрим, что там, сможем мы сейчас его восстановить, не сможем. Но поршенек придется заказывать и менять, потому что его наверняка поточило об диск. Что произошло? С правой стороны колодки еще живые, с левой стороны наружная колодка еще не мертвая, а внутренняя колодка сточила полностью тормозной диск. Сейчас сниму цилиндр суппорта, проверю, как работают направляющие, и сниму сам цилиндр, откручу шланг тормозной. Сниму тормозной диск и будем уже смотреть, что произошло, почему это так. Головкой на 10 откручиваю штуцер тормозного шланга. Ключиком на 13 откручиваю оба болта от направляющей, нижний и верхний. Ну и снимаю сам цилиндр. Все здесь очень печально. Поршня переломала полностью. От поршней одни куски. Они не металлические, они с какого-то состава сделаны. Вот так вот. Направляющая двигается. Заказал тормозной цилиндр в
мне он суппорт в сборе пришел, даже с колодками. Заказывали на одну сторону. Сейчас снимаю скобу. Диск, пока ждали, немножко заржавел старый. Устанавливаем новый. Шланг я здесь замотал, чтобы грязь не попадала. Болты тоже с направляющих сниму. На улице ветер у нас шумит. Головка на болтах сзади на 18. Так сточила диск. Тормозной диск буду использовать фирмы Raibestos. Номер его 580019R. Устанавливаю скобу, направляющие я смазал. Суппорт тоже фирмы Raibestos. Левый суппорт идет под номером RC11891. Ну а если правый передний, то он идет RC11892. Такой вот суппорт.
комплекте супер там идут колодки и идут пластины противоскрипные. Они нам нужны будут. Я их сейчас переставлю. Скобу я оставлю родную, старую. А цилиндр и скобы я переставлю. Колодки буду использовать фирмы Techstar, номер 244-4801. Но лучше всего, сейчас обратил внимание, по колодкам, которые стояли на суппорте, лучше всего брать Raybestos. Следующую замену уже сделаем колодками Raybestos. Они немножко шире Techstar. Вот видно кромку. Он не берет. По форме подходить подходит. Сам цилиндр суппорта. Вот колодочки Raybestos, которые были с суппортом. Они немножко потолще и они пошире. Поэтому Techstar больше брать не буду. Снимаю заглушку. Заглушка идет с двумя новыми колечками, устанавливаю новые колечки на штуцер. Потихонечку поджимаю и все. Иду, меняю со второй стороны колодки и прокачиваю, заливаю тормозную жидкость и прокачиваю все тормоза и перед, и зад. Но как прокачивать, я уже показывать не буду. Прокачаю я один, без помощника, вакууматором. На этом все. Замену передних тормозных дисков, суппорта и тормозных колодок я закончил. Всего вам доброго!